Выходи, Жан. У нас сегодня показ мод. Ну, покрутись, красивая девочка. Вот так. Как по подиуму-то ходит, покажи нам. Ну-ка по ковру пройдись, покажем. Пройдись, не стесняйся, пройдись. Вот, еще кружочек сделай, на тебя посмотрим как. Молодец. Скажи привет. Привет. Так, теперь следующий у нас Василиса. Выходи, моя сладкая. В общем, у нас такая тема. Мы сегодня меряем платье, выбираем, в какой девочке пойдут на выпускной. Не знаю, что там будет. Давай, Жанна, будем сейчас одевать, пока Вася ходит. В общем, посчитали, посмотрели, что продается и по каким ценам. И решили, что наше платье... И решили, что наше платье гораздо, наверное, симпатичнее, чем то, что есть. А то, что нам нравится, ну уж очень дорого. На один раз они потом в школу, им это уже не пригодится. Так, Снежан еще вот вариант розовый. Давайте сейчас оденем. В общем, мы решили не покупать им новое платье, обойтись тем, что у нас есть. А заодно устроить вот такой показ мод. Девчонка нравится на камеру играться. Снежан только ведет себя скованно. Ну, она и в садике так же. Снежан, ты ручку, наверное, не туда у меня точно сунула. Подожди. Да подожди, вытащи руку-то. Вот, теперь давай. Сюда, рукавчик идет. Вот сюда. Вот. Это вам не лосинки. Одел и побежал. Это платьишки. А в платьях нужно одеть аккуратно идти, не испачкать. Ну, они такого более больного, что ли, стиля-то. Не каждодневного. Так. Ходи, еще другое платье. Я это себе снимаю. Ходи, кружись. Вот. Мама, знаешь, как я сделала? Мама, можно еще? У меня три варианта. Нет, у тебя два варианта. Кружись, играйся, я еще вас надеваю. Мам, не надо костюм мерить. Почему? Ну, костюм можно померить, но не надо это одевать. Так, давай еще у Василисы еще вариант вот розовый. Такой же, как у Снежи, но побольше размером. И почти ножки. Крабики твои, крабики. Да, мы еще просим прощения за отсутствие причесок. Мы их пока еще не делали. И не тренировалась, мама, какие надо. Да, мама еще не тренировалась. Сегодня будем тренироваться. Что мы там сделаем с волосами? Я думаю... Ну, пойди, это платье у нас еще с этикеткой. Мы его еще не одевали никуда. Пойди, Василис, выходи. Снежай туда. Еще. Ну, ладно, ничего. Не подеретесь, наверное. А голову с чем не спускаешь? Ну, в этом платье тоже так нормально. Пышненько, правда. И у тебя хорошо. Вот будем выбирать. Не знаю, что одеть Снежане, голубое или розовое. А Василисе розовое. Я хочу розовое. Колокольчик. Ой, закружилась. Ой. Это мы, конечно, не на выпускной платье. Это мы просто хвастаемся. У нас в садике был фестиваль цветов или что-то такое подобное праздник назывался. Каждая девочка должна была
быть одета каким-то цветком. В общем, Василиса у нас была фиалочкой. Вот такое платье из двух кусочков ткани мама ей сварганила. Ночью посидела, да? Быстренько. Короче, два кусочка ткани собраны на красивые ленточки и украшены цветами из шелка красивыми. Покажи, какой у тебя браслетик на руке. Ну, показывай, вот такой красивый. Тихо, камеру снесешь. Да, и здесь тоже. Очень быстро ты и близко подошла. Ну-ка, подними ручку еще раз, вот так покажи. Вот, какой красивый браслетик. С кружавчиками, с бусинкой, да? В цветочках тоже в некоторых бусинки. В общем, вот такая красота. Нравится тебе самой? Напишите в комментариях, нравится вам платье или не нравится. Ну, лучше пусть пишут, что нравится. Скажи, нам не нужны плохие комментарии, у нас зрителей практически нет. Как блогеры-то выпрашивают подписки-то? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем до свидания. Пока-пока.